Тихо, тут рыцарь охотится. О, че, промазал. Блин, рыцарь, это было близко. Вроде попал. Рыцарь, я походу не успею сейчас добежать. Давай я убью тебя. Не, не надо убивать. Хотя, не знаю, как хотите. Короче, Рокс, ты если еще лут забирай и беги наверх, окей? А дверь-то открой мне там. Я не успею. Не, не успею, все. Давай. Томсик был убит голодом. Здорово, пацаны. Здорово. Здорово, здорово, не убивай, не убивай. Ты я только резнулся. Как дела? Опа, это на дверь. О, Зим 95, здорово! Привет. Да я сейчас сдох от голода. О, ни хрена себе, шмыга, ты чё? Чё у тебя с голосом? Слышь, шмыг! Чё-то у тебя какой-то жесткий голос. Да не, не... Скажи что-нибудь, шмыга. Ты чё, программно голос меняешь, что ли? Зачем? Да тут кит. Ну, наверное, наверное. Слышно же, что программно меняет. Да. Вот он меня убил. Шмыга? Да. Токсити был убит Кнайт. Получилось, нет? Чего? Томчик. Ау. Ау. Я говорю, Кнайт, того Кнайт. Догнали чувака? Да, догнали того чувака. Убили, но... Убили, но... Он убил пятерых. До того, как убили его. Ну вообще, ублюдок какой-то мелкий. Где ваш дом-то? Чел, беги сюда, мать. Не знаю, вот сейчас ищу, я сдох от голода. Все то, что скрафтил, по-моему, не пропадает, а ресурсы пропадают. Пропадает, когда у тебя статус позорный. Рандомный предмет. А-а-а. Понятно. Окей. Ну, короче, если ты кого-то убил, если недавно у тебя слева появляется позорный, и рандомный предмет пропадает. Либо одежда, либо там копье, либо топор, что-нибудь такое. Понял. Блин, пацаны, меня бесит шмыга. Давайте убьем его, а? И у него копье есть. Иди сюда, шмыга. Да не сопротивляйся, чувак. А, стоп, копье же не выпадет. Копье же не выпадет, ё-моё. Эсхол! А, точно, ты же позорный, шмыга, иди сюда. А если позорно убьешь, там позорный, знаешь? Да хрен, я точно не понял. Шмыга, мы ничего, ладно, мы тебя не понимаем. Бегать так долго можно, я пошел кролику смотреть. Иди сюда. А ты кролика не убьешь с лука, ой, с копья. Ладно, шмыга, живи. Ну тяжело убить, надо лук сделать. Лук вот нормальная тема. Мы, я видишь, я на другом сервере был раньше. Там у нас дом пропал. Кстати, да, я сегодня тоже на этот сервак зашел, у меня тоже дом пропал. Так что, видимо, на всех серваках такие проблемы. Ну да, альфа, видишь. Знаешь, видимо. Мы на тачке уже покататься успели. Не, на тачке я еще не ездил. Было бы круто. Потом что еще? Лук делали там крутой. Ну, типа охотничий. Угу. А оружие я пока не делал. Короче, в зиме там, где-то в других биомах, камни добываешь, потом уже можно как-то оружие делать крутое. Там дробаш, там эмка. Хрена себе. Тут все это есть сейчас на альфа-версии, да, уже? Да. Обалдеть. Да, можно посмотреть же даже. Не, ну это ништяк вообще. Но тяжело достать. Там, чтобы в зимний биом идти, нужно куртку скрафтить. А чтобы куртку скрафтить, надо йети, да, убить? Йети. Да-да-да. Да мы вчера убивали йети с пацанами. Да я понял. А их же несколько видов. Да? Ну мы какого-то коричневого есть убили, зимний, с него... Есть зимний, есть коричневый. Вот-вот, с него какие-то 15 шкур йети, что ли? Я вот не понял, почему я с еще... белого падает... коричневая шкура, а с коричневой падает белая. Ну, это альфа. Шмыга. Шмыга. Давай прыгай сюда. Шмыг, давай прыгай, шмыга. Он по-любому спрыгнул. Он засвечал там.
Томсик. Слушай, да, да, а у тебя канал есть, да, в Ютубе или где-то? В смысле? Почему? Нет у тебя нигде? А почему так решил? Летсплей не записывал, просто видел где-то в интернете тоже Томсик. Видел, говорит, в интернете где-то тоже Томсик. Ну да, да, есть, есть канал. Есть? Шмыга, не сопротивляйся, ты шмыга, господи боже мой, вернись сюда. Мне вот главное лук, я с лука хорошо стреляю. А я еще не привык здесь с лука стрелять, кстати. Блять, вы хотя бы бежите домой? Да, бегу, бегу. Или стоите на месте? Не, не. Бегу, мы бежим, бежим, я ищу, ищу дом, Сань. Сюда. Эй! Помоги мне! Начнёт десант. Ой-ой-ой. Да, иди сюда, теперь ты засранец, говноед вонючий. Решил до меня лезть, да? Иди сюда, да? Все, давай, подойди, чё ты сыр? Тихо-тихо-тихо. Да ладно, пусть бежит, десант, пусть бежит. Все, беги, чувак. Какие вы? Чё, и шмыга бежит. Шмыга, блин, зачем? Зачем ты бежишь? Нет, нельзя, чувак. Ну чё такие жесткие? Ты слышал голос шмыги, чувак? Иди вон с ним повыживай, так, токсити. А что с ним? Чё у него за голос? Он программно его изменил, знаешь, на такой жесткий. Помнишь, как я делал, когда мы с Энди Фраем играли? Да. Ну иди подойди. Только у него еще намного жестче. И чё? А у тебя топор. Ну, копье пострашнее. Слушай, ночной десант, ночной десант. Ау. Ты слышишь звуки здесь? Да, слышу. За этой горой, что это такое? Какой? Сейчас я тебе объясню. Пойдем, отойдем. Пойдем, пойдем. Я знаю, знаю, сейчас Сань. Средства ты, вы дома? Надыбаем. Кто короче, вы? Сделаю копье. Ты и рыцарь. И... Рыцарь умер после тебя сразу. Оу, черт. Че? Хера тут народу собралось. Да тут толпа, мне надо этого чувака одного. Смотрите, Шмыга пишет Томсик в чат. Нет, ты че, мои кепки? Томсик, пойдем со мной, сейчас сделаем луки, там, че, кого. Пойдем, пойдем. Нужен костер, иначе здесь, мы сдохнем. Здесь смысла нету вот так вот бегать. Почему сдохнем? От холода, что ли? Да, от холода. Дерево. У меня дерева нету. Держи. Все. Да сейчас мы наверное, тут переживем. Ё-моё, ты... Сань, научись что-нибудь крафтить, пожалуйста, вот сейчас на тап. У тебя есть ресурсы? Да, блядь, а я что делаю? Стою, что ли, просто там? Не знаю. У тебя есть ресурсы? Какие-нибудь? Короче, парни, чтобы лук сделал, нам надо звать либо кабана, либо... Да-да-да, ну это я знаю, я уже делал этот лук. Да. Но, блин, мне надо дом свой найти, иначе... Иначе все пропало. Найдем. У тебя есть дом? Надо тебе сделать просто этот, как его, компас. По компасу. Компас? Нет, здесь нет. Есть компас? Да. Да, компас в руки берешь. Охренеть. И видно, где твой дом. Сколько метров. Типа как в Майнкрафте. Слушай, мне он, этот Томсик кого-то напоминает. Какой-то ютубер как будто. Известный. Ты спалил. Блин. Мне этот Томсик говорит, другой чувак уже говорит. Мне этот Томсик. Хорошая микро обычно только у тех, кто снимает, бывает. У меня тоже хороший микро. Воу, чувак. Сашка, да ну. Сашка, все норм. Добрый день. Здорово. Грейся с нами. Прошу к нашему шалашу. Грейся с нами, Сашка. Все норм. Мы мирные. Нас тут опять 5 человек. А знаешь, почему мы мирные? Потому что мы пока кепки. Да, мне тоже так кажется. О, смотри, там еще один чел. Кто ты такой? А вон он бежит, руки поднял. Да. Чувак, ты можешь подойти, мы не убьем тебя. Ружье. Автомат. Really? Дробовик. А, вот этот ночной Сашка, десант там мне сейчас говорит, что тут можно оружие крафтить, страшно. Тут можно одежду крутую крафтить, вообще куртки, чтобы выживать короче, в холод. Короче, парни, вот то, что звуки ты слышишь, да, Томсик, слышишь? Да. Это, короче, кто-то с луков в той стороне стреляет. Здесь очень хорошо слышно, как стреляет с луков. Нет, а тут звуки не тетиву натягивают будто, а какие-то железные эти Сашка, скрипят есть? Друг от друга. Да. Это значит, руду добывают. Здесь очень хорошо слышно, пропали. Понятно. Ну ладно, альфа-версия. Слушай, а тут от третьего лица можно, нет? Да, на F2. F2 нажми. Нет, спасибо. Вот так лучше гораздо. Сашка. Сашка. Чё, как? Давайте его съедим. Сашку убили, походу, вот он и появился здесь.
Ну да. А чё он в одежде? Так одежда, ну, здесь одежда не падает. Да. Ну как, рандом. Тут давайте и отберем у него, что у него есть. Он не отдаст. Но тебе не выпадет, не выпадет, даже если его. А, так это смысл играть-то еще. Я вчера чувак. Это смысл играть-то вообще, если ничего не падает. Вообще ничего не выпало. Ну, М-ка не выпала. Нет, выпали там лес какие-то. То есть рандомом падает. Да, ну она может выпасть, ну, рандом. Камушек. Я первый увидел. Засранец. Здорово, здорово, файтер, файтер, все норм, норм, мы мирные. Пойдем к костру. Его убили! Чуваки, зачем? Вы чё? Зачем вы это сделали? Пацаны. Людоед. Что за херня? Он же был мирным. Уже нет. Был убит, значит. Что за хрень? Что тут травите? Пойдем к костру, я мёрзу. Сейчас пойдем к костру. И да вы тут всех убиваете. Слушай, что случилось? Я пишу в мертвых майках, что пишу, что белые майки. Я его наказал, за то, что он его наказал. Я ему сейчас напишу. Вот еще один. Здорово, здорово. Да не надо, стой, стой. Да все, все, к костру, пойдем к костру, пойдем к костру. Мы сейчас всех убиваем по одному здесь. О, Вектор, здорово. Сашка, не пугай меня своим копьем. Да, чуваки, давайте просто у костра погреемся, не деремся. У костра это френдли зона, окей? Угу. Так, я тут кирку забрал у одного. Оу, ея. Танцует. Я не дерусь? Сейчас еще двое ребят. Сквирт шампан. Я в камуфляжном зиле. Чё? Вообще топовая игрушка. Че, ребят, как вам игра, кстати? Давайте, делитесь впечатлениями первых дней. Тихо-тихо, что скажут? Нету тут первые 15 минут. Ну. Игра при альфа, так тебе, знаешь. FPS, карта говоря, маленькая, тачки во время езды лагают. При альфа ты говоришь так себе? Я думаю для альфа версии это нормально. Че это, посиделки вечерком? Да-да, посиделки у костра, давай присоединяйся. Ага, давайте потанцуем все. Давайте, все танцуем, пацаны. Как, ёп? G, зажми G. И нажми Air Hump. И потом так оп. О, блин! Подкиньте дерево! О, черт! Подкиньте костра! Костра! А, не ой, надо! Нет. О, не хорош! Не насилуй меня! Хорош! Пожалуйста, я прошу! Что за человек, Саня? Пацаны, я за человек 10 точно! Что за жесть? Не мешай нам! Пацаны, отойдите, ну, я за скрин, я хочу за скрин. Блин. Это жесть, чувак. Что вы делаете, а? Я промолчу. Фетишисты, а мы шалим, я промолчу. А, это игра рулит, чуваки, слушайте. Тут толпа собралась. Чё, бомжей с района собрали? Да у нас тут костерчик ночью был, все тут были. Сбежали все. Блин, я испугался уже. Я уже испугался, думал начать херачить. Слушай, рыцарь. Я в тылу захожу. У тебя есть глина? Для тотема нужна. Глина. И дерево. Дерево 26. Смотри, Толсик, я тут. Я от этого бегал, у меня там железо. Сейчас надо тут тоже закрыть, а то, блин, все что-то запрыгивают сюда. Все, погнали, пацаны, защищайте меня. Че, он тоже запрыгнул? Да, он тоже как-то запрыгнул. А как вы запрыгнули? Отсюда? Да. Как-то вот так. А дверь не надо закрывать? В дом...
В дом, пацаны, в дом. Ты где? Сань. Ладно, запрыгнешь. Ночной десант, смотри, он всех валит просто. Господи, как же ты кричишь! Психопат. Блять! Да-да-да, Найт, это ты? Рыцарь. Да. Открываю дверь? Открывай. Заходи. Все, сверху теперь не залезть. И у нас еще есть балкон, чтобы смотреть. Шикарно? Куда костер поставить? Костер, костер, давай вот сюда вот. Чел, на, чел, на поляне до хрена кто костер жжет. Человек 8. Понял. Понял. Ставь, а то холодно уже. Кстати, дома не так уж холодно, слушай. Не так уж сильно холод набирается. Слышно, пиздец как. Ну чё, посмотри вокруг, как тебе наша лачуга на первое время. Нормально. И не победим. Блин, сверху можно запрыгнуть, интересно? Забуду имя, любимая мама. Иля! Тебя в игре слышно, ты! Ну ладно. Так, пойдем, рыцарь, пойдем, сейчас тотем поставлю. Come on, bitch! Open the door! No, fuck you! Fuck you, asshole! Damn, son. Ладно, заходи, заходи, заходи. Да ты не запрыгнешь там. Зайди, зайди, зайдите. Заходи, заходи, Най. Они по нам стреляют, чел, геи. Они нас... Серьезно? Да, вон они внизу. Отойди, вот блин, с прохода. Ну вот... Господи, боже мой. Так, все, ставлю тотем. Недопустимое размещение. Во. Все. Все, авторизируйтесь. Рыцарь. Рокс. Все, рыцарь. Wow. Тебя посвятили в рыцаре этого дома. Все, теперь мы все... Теперь мы все живем здесь, в этом доме, на благо этого дома. Что? Ладно, я пошел. Всем джи-джи. Эй, кто там ползет с копьем? Посмотри наверх. Черт, у меня сейчас тепловой удар будет. Че там, пацаны еще там? У меня тоже. Пацаны еще там? Черт возьми, что делать? Вон мы камень как добывают. Понял. Че делать? Ладно, забей на них. Сюда идите, не будет теплого. Да что, Сань? Сюда идите, не будет теплового удара. Здесь не будет теплового удара. Да давайте жить в этом углу. А, чел, тебе скинуть что твое все? А что там было? Много чего? Да не, оставь себе, Сань. Ну, он сгорел, да ладно. Сейчас день, пофиг. Сейчас надо одного чела найти. Его тоже нужно будет добавить. Так, ну что, пойдем поищем его? У меня ресурсов как раз нет. Что говоришь? Немного, но я свои не хочу понять ресурсы. А, ну ладно, тогда я сам пошел. И блин, что-то я дверь не хочу открывать. Мне кажется, они там сидят, ублюдки.